Ты там застрял. Ёбан. А, я тоже там застревала. Там просто перепрыгни. Вот тут, видишь, можно прыгнуть. Да я пробую, блядь, он не двигается. Я лечь могу? Я даже лечь не могу, блядь. Блин, а по мне попадают. Хули вы сюда все подошли, блядь? А ну, смотри. Все, бля, вообще двинуться не могу. Блин, по мне попадают. Даша, блять, попробовал после вас залезть. Ну вас нахрен. Ну че ж ты, я ж к тебе подошел, а ты че не можешь выйти? Ой, походу я сейчас сам буду вставать. Что за тройная могила? Главное, я к нему подойти могу. Я не могу. А он как собака не может. Я не могу вылезти. Сам собака. Сам собака, я не могу вылезти, блядь. Да тут стекло просто стоит. Как тебе объяснить, вот стекло стоит. А где, блядь? Разработчики, вы пидорасы, блядь. Нельзя было нормально карту, блядь, прорисовать. Ты смотрела, Айс? Официальное заявление Артём Фрина, блядь. Айс смотрела? Кто, блядь, пиздит? Иди нахер, да. Я тебя сквозь листу, да? Не вижу. Помнишь, когда он там через зеркала не мог пойти? Ой, точнее, через стекло. Помнишь? Да. Вот это то же самое, он не видит стекол. А я вижу и подхожу к нему. Там Айс. Влево, отойди, ну ты чё? Влево, ну вот так, забыл. Да не могу! Вот. Ты вообще не можешь ничего делать? Не могу, я по джойстику, блядь, вожу и влево, вправо, и назад, и вперед, блядь. Ну ладно, удачи. А, ну тогда только умереть. Суицид. Суицид, суицид. Блять, я вообще завис, блять. Пизду. Пизду этот режим, блять. И на, если зачем? Одни баги, блять. Или вы меня пиздите, бля, хули вы сюда подошли, блядь? Как вы подходите, если я вылезти, блядь, не могу? Вы охерели, блядь? Немного ли, блядь, чести подойти, блядь, ко мне, а? Давайте, бля, каждого приму, блядь. Давай, давай, да РПД стой, бесконечно. Стой. Тебе ж надо выбраться. Тебе ж выбраться надо. Пусть они тебя убьют тогда. А, не-не, погоди, а если тебя завалить с ног, то ты будешь отползать или нет? Нет. Не знаю. Double points. Reloading. Cover me. Ну, как бы так. А если я на кол заберусь, по-моему? Cover. Десант, не бей ты там. Блин, ну почему? Меня вот на этом забое все-таки доставали. Вот это плохо. Бухнем. Пойдем. А, я уже тут пил. Идите, делайте джубоку по-быстрому. Да, блядь. Да, сейчас его сделаем, вызовем, поимеем его. Дело поснимаем, будем довольны. Будем снимать. Кто первый снимает? Что именно? Где? Так, не поднимайся. Уйди ты в задницу! Ой, ладно. Меня зажали. Да, еще романтично, но очень грустно. Ребят, вас слишком много. Слишком много. Сука. Отвали, шавка. Вставай. Ай, блядь, сообщение писала. Не ожидала я. Надо предупреждать. Я же сказал, вставай. Я уже встала в этот момент. Ну это как? Вот когда ты бежишь ко мне. Так, надо
сразу с этим разобраться. Ну, я только тогда и заметила. Блять, я эмоцию могу хоть использовать? Блять, я эмоцию не могу использовать. Как досадно. Ты зачем идешь умирать? А, блин, надо ж прокачать, а я ж не прокачал его, я думаю, что так слабо бьет СКС. Я сейчас что-то решаю, не сдохну. Иди еще машина. Я вылю, блядь! Наконец-то, сука! Ебаная, ну, говорите, блядь, где эта хуйня была? Артём? Что это было, что блядь? Какое нахуй? Артём в этот... Стекло. А, да, подвал. Пойдём. Я забыл про джубок, как я про него мог забыть. Вообще, как ты не стыдно? Не стыдно. Наконец-то, блядь, эта хуйня отпустила. После вас, блядь, ни в какое больше не полезу, блядь. Лезьте сами. Мы-то залезли и вылезли. Ну вот они, пидорасы, блядь. На, блядь, по ебучке, чуть не сдох. До свидания. Сейчас, у меня не появились. У меня нету. У тебя есть? Тоже. Все, идем вызывать. Иди. Ой, подожди, я не посмотрел, что там. Ты, а, снайпер. О май гад. Так. Штука. Вот оно. В смысле, вначале я пробую, потом ты. Если ты отравишься, то я буду молодец. Ага. Я посмеюсь. Не заспавнился вот передо мной. А на меня яд не действует. Там же челик все это время стрелял по ним. А, мне показалось, ты лежишь. Точнее, тебя завалили, я думал. Да, я лежу. Что? Ёлки. А почему он на тебя посмотрел, а вроде запустил в тебя, а полетел мне? Это любовь. А зачем вы включили эту хуйню, блядь? Это ж не бесконечный режим. Мы ставимся, что ли? Денег больше будет! Денег больше будет. Держали. Богатыми не будем. Ты что? Богатыми. Мне жизни ни хера, если один раз ударит, я уже полежу, отдохну. А я не дам тебе отдохнуть. У нас завтра проверка в школе. Круто? Что круто. На кого? Еще завтра холодно, а мы будем в рубашках сидеть. Наша школа там где-то участвует, мы должны какие-то ленточки надеть, рубашки, проще быть в форме. А завтра? Нет, завтра не тебя. Глеб, тебя поднимать или ты отдохнешь? А мы два дня. Два дня? Два дня. Завтра, позавтра, да. Две линейки. Там администрация какая-то приезжает. Короче, весело, я буду мёрзнуть от холода. Но я возьму кофту, мне поймут, что мне накажут. Потому что я в прошлый раз замерзла в рубашке. Потому что у нас администрация всегда должна быть бело-чёрная. Ну как строго. Ты не поднял-то этого. У меня это перка нет, я забыл его купить. Надо сказать, я бы подошла к нему. Так уж и быть, заменила бы тебя. Ну ладно, тебя не заменю никогда. Не, я такой заменю рад. Если бы кто-нибудь бы подошел. Если бы кто-то подошел. Я думал, ты отдыхаешь там. Потому что иначе не будет. Стой. Блин, челик. Знаешь, вот если бы твою катану еще бы сделать вот это, вот как вот этот скин, вот этот красный, вообще жизнь была бы. Оу, там гаечпай. Нет, гаечпай, не хотите. Нет. А я же опадывалась.
Я ж побежал туда сразу. Да. Ой, этот Глеб. Мило. Сука, ты же мой. Глеба сейчас там за. Глеб? А он лежал же у меня. Он у меня просто лежал. То есть он, ну, его поднимать не надо было, мне не показывал. У меня, кстати, тоже не показалось, мне прям показалось. Ебучий багованный режим, нахуй эти зомби. Мы видео снимем, тогда и нахуй. Мы еще анимацию получим когда-нибудь. Нахуй пойдет. А у меня, знаешь, вот когда я сегодня с утра увидел вот это, я такой думаю, у меня снова появилось предложение пойти бесконечно. Ну как я сейчас его попробовал, думаю, что-то я приеду. Ребята, хотя до 40-й волны я бы хотел бы даже побить твой рекорд. Два часа. Попробуй. Интересно, а одному... Слаженная команда. А если я один пройду, я смогу это сделать? Зомби будет только для меня. Ты чё, из брони, что ли? Нет, просто я не буду заполнять. Блин, сбойся. А, ебать, у меня денег дохуя, могу идти улучшаться. Кто мне? Ты же не улучшаешься. Даша, открой, пожалуйста, вон ту дверь. А, там уже открыто. Тогда вон ту. А, там тоже открыто. Там все открыто. Или по мои деньги потратить. Не надо, мои, потратить. Не надо мои слова брать, пожалуйста. Мы все втроем знаем, кто мои деньги транжирит. Алле, кто? Оп. Тот, кто сказал, кто. Особенно открывать двери. Блин, что мне делать после таких пушков? Короче, нам надо, Глеб, чтобы ты просто отвлек Джибоко, а мы будем на фоне Джибоко танцевать. Ну все как обычно, блядь. Я не удивлен. Мы повторяем твое видео. Что тогда? Ты тогда просил, отвлекай его, блядь, сам танцевал. Что сейчас, блядь? Почему я, бля, не удивлен, а? Требуется зрелище. Тем более на высокой графике никто мало кто записывал такое. А он не хочет на меня отвлекаться. Он не хочет, он хочет тоже видео попасться. Ладно, я сделаю вот это сейчас. Такой. Алле, опа! Я получил уже шо... Ну, стой, иди ко мне. Сейчас я погоди, стой, иди ко мне. Теперь, алле, опа! И на этом моменте все, что имею, да? Иди сюда, бля, я здесь, блядь. Хуй горлостый. Даша, иди сюда, пока он далеко. Сюда. Здесь. Ебать, ты со своим огнем косой, как черт, блядь. Я и то, блядь, лучше попадаю, блядь. Иди его сюда. Ах, нихуя себе, блядь, попал. Упал. Похуй. Блядь. Еще раз надо подальше. Танцы удались. Я всегда знал. Давай еще раз попробуем. Давай еще раз. Я перспективен. Давай. Воскрешаю, давай, иди. Что там? Давай, ходишь, давай, блядь. А, тебя поднять надо. Давай. Не стало, не уходи. О-о-о. Вот это уже хорошо. You know what plan? Так, теперь еще что-нибудь подлиннее. Я здесь, блядь, иди сюда. А, блядь.
Между нами. Тебе пизда, иди сюда, я тебя покромсаю. Ага, все понятно. Можно я без звука, это без музыки расставлю? А я потом звук. Я бы... Почему я это видел? Ой-ой-ой, воскрешайтесь. Блин, когда я один, это... Подними, пожалуйста. А, ты не можешь поднять. Око за око. Я в тебе. Я бы сказал наоборот, это, ну ладно. Блин. Сейчас надо еще раз. Почему ты перед ним сразу? Давай еще раз, последний раз. Все, вот тут встаем. Бля, сколько тебе попыток надо, блядь? Задолбал, потанцевать, блядь, не можешь. Блядь, стоишь там, чернёшь, страдаешь, блядь. Я, наверное, вот этот момент не вырежу. Просто, когда ты говоришь это... Чтобы вас въебали, блядь. И меня тоже, блядь. У меня лимит еще есть, блядь. Я еще поживу. Так, у меня последний остался. Все, валим его. Валим. Валим. У меня уже последний... У меня все, последнее. Страчено. Блять, в тюрьме сколько на исправительный срок, блять, не дают попыток, сколько я вам, блять, дал, чтобы вы танцевали. И то, блять, мало. Ну знаешь, просмотры лучше. Какие? Да тут не просмотры. Блять, на кого ты переключилась, чудовище? Сейчас, погоди. Иди сюда, блять. У меня пистолет намного круче, чем ты выглядишь, блять. Ой, как ты вовремя, блядь, воскресил, молодец. Сейчас бы он... Только ты меня поднял бы, я как гвоздь зашел бы, блядь. Теперь подними меня. Поднимите, пожалуйста. Блядь, проскользила мимо тебя. О, блюдок, иди сюда. Я... Хуя, я ему под 90 пистолетом сношу. Ой, только не топать. Топать нехорошо. Все, вот он я, вот он я. Тебе не нужно этим, блин, повернись, слышу мою сторону. Ой, какой ты меткий. Почти попал. Ты красавчик. Почти попал. Давай еще. Ой, какой ты опасный. Голову получать от меня в упор. Я, а чё за хуйня? Как это работает, блядь? Я вот сколько ебашил, блядь, у меня так и было 11%. Хули у вас тогда хуя? Еще раз подтверждаю, нахуй этот зомби-режим, блядь? Сколько я его ебашил, блядь? 11%, эти, блядь, там танцевали хуеву гору, блядь. У них, блядь, 69 и 23, блядь. Пизду, блядь.